Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». 381 миссия у нас с тобой, но сначала я открою сундук. Так, 70 монет, рыжая джина. Так, игривый Буба уже, его так величать. Солдат Аркинсон и электропопка. В принципе, вот и все, что мне дали. Так, следующий открываем. Так, ну что, рванем, ребята. И, наверное, уже потом будет конечная, я так понимаю, серия у нас. Так, что у нас здесь? Блин, опять забор, заморозка. Твою налево. Ладно, попробуем. Попробуем пройти. Я, конечно, не уверен. Вот это вот будет, как всегда, отдавать половину своего урона именно нам. Слушай, а как у нас монах этот работает? У него же тоже 100% возвращение урона, насколько я помню, есть. Ну, что-то я не увидел, как это работает. Будем честны. О, бежит это с щитом, охламонка. Ну давай, переманивайте вы, в конце концов. Не хотите? Вот, поубивайте там друг друга. А я вот так вот сделаю, чтобы вы там были все отравлены. Вот, а чё ты побежал? Ты должна была... Странно, робот пробежал, как будто ни в чем не бывало. Давай вот без вот этого, старикашка, блин, ну какой забор тебе еще, ну? Вы бомбанетесь? Бомбанули, наконец. Так, волосатого этого Эндрю, давайте вот так вот, все, пускай он против своих же там дерется. Ну? Какой ты медлительный, а? Так. Но ясен перец, что он не успеет по ней. Нет, успел. Успел все-таки звездануть, но... И, кстати, урона очень даже прилично получил. И отравление сразу с тобой поставим туда. Он думает, один такой умный, да? Заморозит моих юнитов и все, и будет довольным. Нет, довольным он не будет. Так, забор сносим этот, хидрени фени. Все. У нас с тобой два гринча. Они сейчас начнут резать. Ну, бейте, бейте там друг друга. Ты смотри, опять он со своей заморозкой. Ты запарил уже, эй. Причем он буквально недавно ее сделал, заморозку. Опять он, как вот это может быть такое? Заморозка на заморозке. Интересно мне знать. Эй-эй-эй, робота подбили. Да ты запарил, жалко, что этого хламона нельзя. Нельзя сдуть, который бежит. Ладно, с горем пополам мы с тобой здесь победили. Так, ну тут понятно, ничего хорошего. Грабительница Гретта. Давай следующий уровень брать. 382. Краб Альфред. Может быть, Лорен нам с тобой взять лучницу вместо курицы? Вот как ты думаешь, стоит брать ее или нет? Я знаю, что надо начинать, по-моему, с деда. Если дед начнет сейчас... Ну, видишь, вот. Он сразу начинает щит свой ставить. Ладно, здесь мы их сдуем. И вот и яд поставим. Даже не успел, что-то слабый какой-то у них там краб, если честно. О-о-о, разогнался. Не успел, извини. А кто не успел, тот опоздал. А у этого отражение урона идет, не забываем об этом. Видишь, он еще и ураганчик применяет. Ну давай ударь там его разок-то. Да, они оба побежали, да? Видишь? Магичка отдуплилась сразу же. Как только получила урон через отражение. Так-с, давай-давай. Куры, ребята, это все-таки куры делают отравление. Все, я уже просмотрел этот вариант. Обидно. Двух моих курочек уничтожил сразу же. Есть. Краб стрельнул в призывателя, и тем самым мы с тобой выигрываем. Друид Алкоголикс. Ну что, погнали дальше. Здесь у нас будут деньжат разыгрываться. 16 уровень. Опять этот финфиники плюс... Твою налево, это дура с отражением. Плюс арбалетчик.
фиг ее знает. И, конечно же, паук Фида. 40-го уровня, мы его фиг пробьем, ребята, я помню его. Этого Фида несчастного. Ты посмотри. Вот такой вот мы смешной урон ему наносим, да. И ничего ты, блин, с этим не поделаешь. Бумс. Бомбит там непонятно кого по спине. По спине грабылем. Ну эльф, ты еще куда этот бежит? Скажи мне на милость. Допустим. Да. Не очень мне вот это все нравится. Посмотри, смотри, что делает. Финики, иди вон свою эту голубку толкай. Понятное дело, через отражение тут все. Замедлях еще врубает. Опа, свои же бомби. Что-то, мне кажется, мы сейчас тут доиграемся вплоть до самого этого апокалипсиса, или как он там называется. Ну бейте вы уже в призывателя, господи, ну. Бейте его. Все, есть контакт. Но здесь у нас как-то удачно получилось, кстати. Так, денежки привалили. И последняя карта. Это Бумзи. Ну что, двигаемся далее. Опа. Ну, четвертый уровень. Четвертый, это не так страшно по сравнению с тем, что мы с тобой уже видели, да? Так что, погнали. Сейчас мы с тобой тут разберемся с ними. Да ё-моё, опять он эту отражальщицу берет, а? Вот магички вообще это не в тему. Вот против нее драться вообще не вариант. Я думаю, не надо объяснять, почему. Вот, давайте там друг друга поубивайте, пожалуйста. Нет, не хотят. Они не хотят убивать друг друга. Курицу давай, курицу. Хотя бы через... Ой, а эти-то сейчас подойдут. Да чтоб, ну, робот этого. Трэш, все, нам крышка, ребята. Нет, он успел. Он успел. Конечно, Мэнни, ребят, конечно же Мэнни постарался. Ладно, повторить. Повторение мать учения. А в чем моя была ошибка? У него поле. А-а-а, вот он, наверное, что. Ладно, попробуем еще разок. Курица пускай травит. Сейчас мы с тобой их ураганчиком туда сдуем. Как я тебе уже говорил, эльфийка здесь бесполезна. От нее толку мало. Вот курица, да, курица наносит хороший эффект именно своим отравлением, потому что она потихоньку идет, и у нее здоровье, как говорится, уменьшается. Так, вот теперь бы нам здесь переманить хотя бы этого робота. Эй, робот идет! Не успел, слава богу, звездануть он по нам. Так, теперь нам нужно захватить вон того крота. На тебе. Так, опять идешь ты, а? Ну, ты сам видишь, да? Через отражение. Вы погиб... Блин! Рисанул, молодец, красавчик. Давай я их туда всех откачу. Бамс. Этот робот появился, короче, и уничтожил своего призывателя. Нормуль. Да давай ты все награды. Рабовладелец МОК. 385-я миссия. Что мы тут видим? Сложность типа офигенная, да? Ладно, давай посмотрим, почему она такая офигенная сложность. Я вижу, что у него есть два бомбометателя, можно их так назвать, которые будут в меня тут стрелять издалека. Тут даже ураганчик, как говорится, малоэффективен. Так, он еще и вызвал Эльфреда этого, да, несчастного.
Еще малобюджетный Тони бежит. Давай вот так попробую. Что-то вроде как получается, да? А этого чудика нельзя травануть, голема. По-моему, все, доигрался скрипач. Быстро, да? Даже Тони этот там не помог. Лежит, усы свои потирает. Так, блондинка Бирта. Мы ее, кстати, можем прокачать. Но ты видел, да? Она бежит на бочке. И урон у нее очень маленький. Ох ты, а вот это уже по-серьезному, ребята. Значит, ярость плюс вот эти все. Слушай, а где наш дед? Почему я не вижу деда? Дед как раз против этих охламонов очень даже хорошо рулит. Цветочный дед, я имею в виду, да. Где он у меня? Я поставлю его вместо магички, потому что, ну... Магичка тут пока совсем как-то не особо нам заходит. Франц, Франц, подожди, прокачать-то никого нам не надо с тобой? Может быть, эту хламонку, а, качнуть? Один уровень подняли. Так, рабовладельца не хочу. Вот этого тоже, кстати, вот у них у всех, ребята, есть у орков этих отражений урона. У большинства. Роботы меня не особо, если честно, интересуют. А, здесь. Вот этого, ну, я не знаю. Ты его запаришься, наверное, прокачивать, да? Хотя у нас есть, да? На прокачку все, что нужно. Восьмой. Девятый, так, 6000 стоит. Следующая прокачка 6000. Кстати, я ни разу не видел, чтобы вот эту вот применяли, которая бросает свой веер. Почему она им не заходит, неизвестно. А вот и Бирта, про которую я тебе говорил. На 10 уровне у него будет еще одна трансформация. Ну и, конечно же, рыжая Джина. Как по мне, так рыжая Джина, по-моему, будет покруче. Опа, еще одну звезду. Так, а что это такое у нас? Плюс 50 повреждения против отравленных противников. То есть, если будут отравленные противники, она будет наносить на 50% больше урона. Как бы это тоже неплохо, да? Особенно если вместе с Буддой отправлять. Будда отравляет всех, а она, грубо говоря, добивает. Это как бы суперская была бы комба. Ну что, а мы с тобой смотрим, что у нас тут получится. Так, бегуны, у него ярость. Ну и заморозка, естественно, он будет ее применять. Чего? Лихо начал, я смотрю, паренек, да? Очень лихо начал. Так, так лихо и закончит, я тебе скажу. Да, у курицы очень даже неплохо получается все это дело. Сам видишь. Так что вообще никаких проблем не вижу. Пугал огородный. Что он там себе на голову надел-то? Какого-то птенца? Вообще на изи. Причем это был реальный игрок. Это даже не... Как тебе сказать? Не бот. И мы его все равно порвали. Цветущий Торни. Ну что, следующая у нас с тобой атака. На 387 миссии. Блин, все любят прокачивать этот забор. Ты посмотри, а. Помнишь, мы с тобой видели забор 14 уровня, который невозможно... Ой, тихо. Который невозможно было пробить. Слушай, дай-ка мы этого говнюка, наверное. Смотри, а я забор-то, оказывается, могу здесь двинуть. А почему я думал, что его нельзя сдвигать? Не понял я. Почему я так думал, что его нельзя сдвинуть? Курица, курица сейчас взорвется. А нет, она издалека бомбит. Поэтому кексик ей пофигу, да? А вот цветочный дед сейчас заденет. На свою голову, блин. Задел, ну, естественно, и подбились они все вместе с копом. Опять это со своим забором здесь. Ну давайте уже в конце-то концов. Ну, бомбанешь ты по-своему или нет? Стоит там, сопли жует. Есть. Нет, курица имба. Тут не поспоришь. Я представляю, если их еще раскачать, офигенно. То они будут, наверное, такого джаза утворять, что уши будут заворачиваться у наших врагов.
388-я. Добежали мы до нее, короче. Лорен, смотрю, тут 9 уровня. Так, это Бумзи, по-моему, да? Или Шмигунзи, как ее там величать. Посмотрим. Ну, это у него не прокачано, поэтому 10 уровень всего лишь. Я не думаю, что здесь будет прям столько много отражения урона. Давай так вот сделаем с тобой. Да что? Ой-ой-ой-ой-ой. А, она отдуплилась. Бесявая роботека. Так, ну это уже бот. Мы против бота играем. Кстати, смотри, тут глаза у клумбы. Глаза у клумбы остались. Это, видимо, цветочного деда, когда подбивает, он таким становится. Только глазки одни видны, типа он в засаде. Ух ты, денежка привалила. И почти ничтожный Джоу. 389-я миссия. Готовимся. Так, 10 уровня забор. Так, вот это уже похуже будет. Здесь у него хил есть. И вот это вот чувырло, которое будет, естественно, отражать урон. 16 уровень. Это довольно серьезный левел. Так что нужно будет ее... Тихо! Так, давай-ка сдувать их. Да. Ну ты будешь уничтожать забор, ты, господи, что так медленно-то? Она клумбу бомбит, да, а мы забор. О, давайте там друг дружки. Наваляйте. Наваливайте, наваливайте там друг дружки, пожалуйста. Давай в своего же. Правильно, так и надо. Там еще и бумеран пришла. Опять ты со своим забором вшивый поползень, блин. Даже с какого фига не ускоряются, а? Да хорош, может, уже, а? Заколупали. Серьезно говорю. Заколупали в корень. Стоят в засаде, ё-моё. На тебе, правильно, так и надо ему. В своего же. Давай, 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 там осталось чуть-чуть, все. Ребята, мы его завалили. Найс, получилось прикольно. Там бумеранг, своим бумерангом практически сделал делов. Так, ну а мы с тобой переходим на последнюю на сегодня миссию, ребята. 17 уровень. Ёк-макарёк. Геркулесная Тина. Геркулесная даже, ничего себе. Хорошо, давай посмотрим. Так, нам сразу нужен, естественно, ребята, дед. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы будем... Давай-ка вот так вот сделаем. От греха подальше и... Давай-давай-давай-давай-давай. Отличненько, вот там вот друг друга поубивайте. Мой цветочный дед держится. Бамс. На, получи, как говорится, распишись. Двух дедулек сразу же. Сразу же, ребята, одним всплеском, понимаешь? Давай, давай, беги, беги. Да в плане, блин. Да какого же лешего-то происходит, зей? Охламоны. Что-то у нас не катит. Блин, мне этот паразит вон там, он бесит. Да, я именно про крота говорю. Я говорю именно, они оба отравлены, да? Опять эта курятница вышла. Давай курятницу бомбим. Недолго и тут веселиться, есть контакт. Давай, заплевываем, заплевываем. Так, нас тут замедляет, конечно. Но это не страшно. Все, по-моему. Да. Последний такой поединок был довольно сложный, да? Сундук золотой получаем мы с тобой. Так, тут опыт. Домохозяйка Анжела, давно ее не было, видно. И дымчатая попка.
Так, ну что, у нас получается, мы переходим с тобой на 391-ю миссию. Ну, я думаю, мы это оставим уже для следующей серии, потому что, я так понимаю, это будет последний наш забег в этой игре. Потому что, ну, можно сказать, что мы ее прошли. То есть до 400-й и все. Хотя неизвестно, будет ли там дальше что-то. А я на дорожку набью, пожалуй, еще один сундучок нам. Да, враг, конечно, крепок. Но мы тоже, как говорится, не одним местом деланы, так что должны справиться. Тихо. Бумзи, я понимаю, ты там, конечно. Ой. Куру. Фух, успел, твою ж, налево, а. Курицу я успел позвать. Правильно. Так, она же сейчас с полточка уничтожит меня, да? Курочку-то мою дорогую. Ну, а далее-то что? А далее, куда он пошел-то? А куда? Зашибись, он просто плюнул на все и пошел. Ему плевать, что там был цветочный дед. Да может хватит уже, эй. Давай он в своих же бомби. Нет, что-то не то творится здесь. Я, конечно, ураганчик, естественно, сделал. И едок, и еще раз едок. Ну и все, и крышка ему. Вот так вот дядюшка Рей добывает сундучки для нас. И еще и наградки, ко всему прочему. Так, все, что мы могли, все получили, все заслужили. Ну и будем закругляться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.